Приветствую всех, меня зовут Михаил, предлагаю вам метод по заработку на связке Instagram плюс CPA сети. Почему Instagram? Сеть постоянно развивается, на данный момент она насчитывает более миллиарда пользователей, поэтому потенциал для заработка просто огромен. CPA сети будем использовать контент-локинг. То есть, что это такое? Если вкратце, то мы предлагаем посетителю, например, там что-то скачать, либо что-то получить. Но для этого он должен сделать ряд каких-то действий, то есть, там, например, пройти опрос, либо скачать какое-то приложение, либо же оставить email-адрес, и после этого ему уже будет предоставлено то, ну, ради чего он совершал эти действия. Это может быть получение какой-то кредитной карты на $1000, на 500, либо же при ставке Sony PlayStation 5, как можете видеть, что если человек ведет email-адрес, то мы получим $2.33. Также помимо различных предложений, которые предлагает партнерская сеть, мы можем сделать самостоятельно какой-нибудь локер. То есть взять какую-нибудь PDF-книжку, либо же курс и поставить замок. И чтобы человек скачал эту книжку, либо же курс, ему понадобится выполнить тоже ряд условий. Вот так вот это выглядит, добавляется какая-то картинка, загружается PDF-файл, и чтобы человек получил эту книжку, то нажимает «Скачать». И, соответственно, там нужно будет пройти какой-то опрос. Сейчас покажу, как это выглядит. То есть создается аккаунт, оформление, далее ссылка. Если человек переходит по ссылке, то попадает на созданный локер. То есть все, здесь вот скачайте книжку, если нажимаешь скачать. И как можете видеть, вот заполните опрос, либо же играйте в игры. То есть нужно там установить какое-то приложение, играть в игру, либо же пройти опрос, и только после этого будет предоставлена ссылка на скачивание вот этой вот книжки. Следующий вариант. PlayStation 5, также описание, тут бесплатные раздачи, ссылка. Если переходим по этой ссылке, и получается, что если человек нажмет на сюда, то его перекинем по партнерской ссылке, где он выполнит также какой-то ряд действий, как я показывал в предыдущем примере, и ему там, соответственно, что-то будет предоставлено. А теперь сам метод. То есть мы создаем аккаунт, добавляем различные посты, вставляем ссылку, ну, соответственно, берем партнерское предложение. Далее, я сейчас буду показывать на примере Sony PlayStation 5. Вот у меня аккаунт Sony PlayStation 5. Теперь я ищу. Ну, можно искать конкурентов. Ну, не только конкурентов. Затем я запускаю программное обеспечение. Программное обеспечение по mass liking, mass following. То есть она подписывается, отписывается, ставит лайки. Здесь можно выбрать и понравившихся людей, можно оставить по умолчанию. Далее что? Подписка, лайк, сколько лайков. Нажимаю старт. Все, дело пошло. Программа подписалась, поставила лайк. Все это дело можно масштабировать. То есть нужно вам 10 аккаунтов, значит у вас будет 10 аккаунтов. Подписываться, лайкать, отписываться. Так, ну вот, в принципе, так это все работает. Далее что? Люди смотрят, кто там на них подписался, поставил лайк, переходят уже к вам на страницу. Подписываются, ставят лайки, также переходят по вашей ссылке. И если их заинтересует ваше предложение, то они сделают действие, соответственно, вам за это комиссионное. Ну вот, в принципе, если кратко, то как-то так. Теперь о тарифах. Цену ставлю чисто символическую, потому что на самом деле это стоит намного дороже все. Первый тариф 499 рублей, это текстовый вариант тарифа за 999 рублей. Там PDF-книжка, программа обеспечения без масштабирования, без поддержки. Тариф премиум 7 видеоуроков, программа обеспечения, аккаунт для создания ссылок. То есть, чтобы создать больше ссылок для разных стран. Плюс масштабирование. Сможете создавать столько аккаунтов, сколько вам нужно. Плюс поддержка.
Метод будет продаваться на домене infobusiness.info. Если вы увидите где-то в другом месте другой домен, то знайте, вы покупаете на свой страх и риск. И если остались вопросы, потому что все невозможно рассказать там за 5 минут, то вот обратная связь, переходите и задаете вопрос.